Анапа готовится к новогодним праздникам. Вопросы организации занятости и безопасности детей на новогодних каникулах сегодня обсуждали в администрации города на заседании межведомственной комиссии. Праздничные елки в этом году начнутся уже с 24 декабря. Пройдут они в городском театре, в Центре культуры «Родина» и «Молодежный». А 27 декабря делегация анапских детей посетит губернаторскую елку в Краснодаре. Как заверили в администрации, без внимания никто не останется. На празднике запланирована обширная культурная и спортивная программа. Управление образования на базе школ планирует привлечь к участию в мероприятиях почти 25 тысяч ребят. Только досуговых площадок будет работать почти три десятка. Все ребята, которые захотят принять участие или в мастер-классах, или в каких-то соревнованиях, или, может быть, в каких-то клубных, так скажем, формированиях, где-то рисуют, где-то лепят и так далее. Вот. Но хотелось, чтобы действительно они были заняты вот целый день. Наши спортивные залы будут работать до 9 часов вечера. Вы слышали тоже, мы этот вопрос ставим на контроль. И я думаю, что если все у нас получится, то два основных направления – это безопасность детского отдыха и занятость. Мы выполним эти две задачи и с хорошими результатами войдем в 2017 год.